В соседней республике Тыва утонули 10 человек, среди них 6 детей. Две семьи пытались переехать реку Шуй на автомобиле УАЗ. Машина опрокинулась и начала тонуть. Выбраться из реки люди уже не смогли. Полицейских вызвали на место жители местного села. Точное число пассажиров машины сейчас устанавливают правоохранители. В полиции говорят, причина трагедии – необдуманные действия водителя. На месте работают следователи.